В Казахстане обещают сделать доступнее арендное жилье для молодежи. Для участников программы значительно снизят порог дохода со 122 тысяч тенге до 76 тысяч. Изменения намерены внести уже до конца года. Около 7 тысяч уже молодежь уже получили арендное жилье. Вот, схема. Дальнейшее теперь мы ее планируем расширение. Это конкретное было предложение Министерства информации общественного развития, поэтому я это направление в целом поддержал, поэтому мы планируем дальше увеличить, вот, довести его до 12 тысяч. Таким образом, до 2025 года планируется предоставить в аренду еще 5 тысяч квартир. Жилье без права выкупа работающей молодежи в стране предоставляют с 2019 года, но только в трех крупнейших городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. И пока только там можно оформить молодежную ипотеку. Но вот сегодня стало известно, что география льготных программ расширится. Их запустят в 6 областях страны тоже до конца года. Кроме того, в планах ввести 20% квоту для молодых семей по всем программам жилищного строительства и запустить во всех регионах совместную с акиматами программу льготной ипотеки. Это уже планы на ближайшие 3 года.